В средних и высших учебных заведениях городского округа Люберцы проходят выпускные. Уже бывшим студентам вручают главный документ о получении образования. Луиза Егиазарян побывала на празднике в техникуме имени Гагарина. 4 года учебы позади, и теперь эти юноши и девушки – дипломированные специалисты. Поздравить с этим событием еще вчерашних студентов и студенток пришли родители, близкие, друзья и почетные гости. Профессия, ту, которую вы получили, конечно же, в последующем вам поможет себя реализовать. Это старт, это начало трудового пути. Кто-то из вас пойдет дальше и будет поступать также в высшие учебные заведения. Кто-то будет совершенствовать то знание, которое получено в нашем технику. А традиции нашего образования находятся на самом высоком уровне. Хочу пожелать, чтобы то, что заложено в эстафете поколений в нашем колледже, а это социализация человека, гуманизация, быть патриотом своей страны, любить людей, чтобы эти качества вы сохраняли и развивали всю свою жизнь. В этом году техникум имени Юрия Алексеевича Гагарина выпустил во взрослую жизнь 546 человек. Почти 100 выпускников достигли особых успехов в учебе и стали обладателями красного диплома. Очень рада, не зря старалась все эти 4 года. Я хотела бы всем пожелать идти вперед к мечте и не сдаваться. По старой традиции, во время торжественного мероприятия выпускники техникума повторили знаменитую фразу, которую произнес Юрий Гагарин перед своим путешествием в космос. Поехали! В добрый путь, дорогие выпускники! Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.